Так, ну как их швырять в пачки мобов, это я более-менее понял. Так. Как попасть в какашку, не знаю, извините. Извините. Ура! В рот прямо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мимо. Шесть. Что-то с крепком. Heavy range, shot speed. Блин, ну мне shot speed вообще как-то не сдался. Я сам себя засыплю тогда этим говном. Парни, уйдите от меня, я сам не знаю, что делать. Твою. Я хочу пироманьяка, ребят. Очень хочу. Почему кошки не лопаются? Что за хрень? Ересь какая-то. Нет! Да жесть, просто жесть, 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 жесть. Жестяная жесть. Ну как вот, почему у меня попало? А-а-а-а. Ну вас нахрен. Блин, нет, буду бодать. Жесть, жесть, говно. Говно, говно, как его убить, все. Не! Вниз лучше просто не стрелять этой фигней. Нифига себе. Я ее закрутил как. Ой, господи, какой босс. А! Нет! Так, ну хоть босса закатал, как делать нечего. Блин, дьявольская комната, нет, ну все, беда, ребят. Я дальше не пройду. Видите, это же элементарно, лошадь. Что лошадь? Ты о чем вообще? Натя, лобешник. Так, с этим я более-менее уже привык. Не. Челлендж что-то это, кажется, я не осилю. Так, и главное привычка, в общем, как я и говорил. По
понимаешь, какой принцип полета, и ни разу все хорошо. Да, блин. Долбаный паук, я тебя не видел. Да господи, опять паук. Стопни ты там уже. Ну так-то мне вот это интересно. Пока не слушаем, сам не понимает, что пишет. Я так и понял. Нифига себе. Можно как-то... Ух ты! Можно еще и стенки проломить. Хрена себе закидывать стал. Просто... По космолетам. Может быть, это и... Это мое спасение? Амнезия. Она хотя бы не возвращается. Понимаете? Вот в чем прикол. Не знаю, куда-то стен там влетает, и пофиг. Слушайте, по-моему, так намного легче стало, я вам скажу честно. О! Вот, пустая комната. Так реально легче стало. Но этот тринк, он увеличивает, очень сильно увеличивает скорость полета. Пульки. Так, здесь какие-то тупики везде. Я забыл, куда я ходил, куда я не ходил. Так, сюда я ходил. Да. В мозг. Так, можно его туда. Смотри, я прям. Господи, боже мой, нет. Страшно самому, что происходит. Почему все пердит вокруг меня? Уж я как-то их убил даже. Даже в грибы попал. О, босс. Погнали на босса. Ай! Так, смотрите, как я далеко уже ушел. Блин, у меня просто истерический смех уже. Ну, с этой штукой хотя бы полегче реально стало. Что-то больше похожее на обычную стрелу стало. Вот, я ее менять вообще ни за что не буду. На какой другой тринкет не променяю. Видали, как она... Еще ничего не взрывается, непонятно.
Странно. Неубиваемые камни, что ли? Взрывается. Такое ощущение, что она вроде бы взрывается над, но на самом деле считается, что где-то внизу взрывается. Вот. Я даже не знаю. О. Так. Блин, вот тут главное себя не подорвать нигде. Че в аркаде? Хрен поймешь, че в аркаде. О, нормально. Я понял, как тут все повзрывать. Мастер-взрыватель. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ой. Стоять, муха, уйди. Да как вас зовут? Жесть. Пока разберешься, как тут извернуться, чтобы бомбануть. Блин, а себе он сколько взрывов выдержал? О, круто, я его бросил. О, это что такое? Это красный бумеранг. Берем. Дамаг плюс черенчап. Че я взял? Каск. Я не знаю, что я в бомбе буду делать, ребят. Сейчас это просто беда какая-то. Какая-то беда. Так, я думал как-нибудь обойти, если можно, вот эту фигню, нафига. Нельзя. Так, а вот здесь вот, возможно, есть... Ага. Слушайте, а зачем я парад взрывал? Ну ладно, уже взорвал. Так, 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 что...
Что у нас здесь происходит? Угу. Блин, ну это будет опасно на самом деле. Ух ты, ребят. Я прошел. Я их разрулил. О. Давай, открывайся. Фу, да блин. Что за говнище? Странно, вроде он запустил, взорвал. Ничего не взрывается. Так. Это проход на следующий уровень, ребят. Можно мамку скипнуть. И сразу в ВОМ подправиться. А, это Некрополис 1. Это не мамка. Тогда не вижу особого смысла. Ой, ты ж хитрюган, а? Твой. Ай, господи, остановился, блин, засмотрелся. Жесть какая-то, падает все время. Это жесть. Это жесть. Это жесть. Единичка, ребят. Что делает единичка? Что плейрум единичка делает, народ? Может быть, она реролит все артефакты, которые на мне, это было бы спасением сумасшедшим каким-то. Во, рерол сам в the upgrades on the player. Круто, это то, что мне нужно как раз. Реролит те предметы, которые на мне. О, и это заодно возьмем, рерольный. Так. Так, что у меня за предметы? Давайте посмотрим. Ни хрена себе предметов надавало. Так, ячи есть. Так. Что-то с бомбами. Так, мухи какие-то. Так, это щит вешает на меня. Вот это вообще не знаю, что дает. Давайте посмотрим.
Таурус спиддаун. А, это мы разгоняемся. Так. Так, ну ладно. Ну, главное, мы избавились от этого говна плевательного. Блин, правда, бегаем, как я не знаю, что медленно. Надеюсь, справимся. Жесть, как же я медленно хожу. Блин, ну так я не справлюсь. А, золотая муха на мне есть. Жесть, как же я медленно передвигаюсь. Жесть, ну это нечестно. Блин, рерольнуло, конечно, лучше, чем было, но, блин, такой тормоз. Я теперь такой тормоз. Вот желтый мух — это очень хороший мух. Если по вам ударили, она все, она задрюкает врагов ваших. Ух, чуть не побежал к ней. Так. Мне нужно какое-либо ускорение. Так, активки все равно нету, здесь ничего нету, ничего нету. Ну, будем давать еще и предметы дропать. Вот как уворачиваться от этих парней? Хотя бы дальность нормальная. О, вафер сработал, кстати. О, наконец-то я ускорился весь. Да нельзя. О! Чё, охренел, что ли? Что это за чит такой? Куда он? Офигеть. Что это со мной случилось? Я в шоке в полнейшем. Что происходит вокруг? Блин, ну и нарандомило тоже, блин, по-идиотски, а? Сидишь и думаешь, а что лучше было? То, что было, или то, что вот сейчас? Просто жесть, не рандом какой-то, идиотизм даже накидала. Вот читер пишут. Медленные, а? Конечно же, ключи выпадут. Ну что, я ключами решил снабдить? Так, ладно. Блин, жесть.
Моя скорость передвижения подлавливает маски. Это... Да... Что опять со мной случилось? Что это происходит? Нет. Подскажите, я не понимаю. А, это, по-моему, вот это действие, вот эта фигня, но через 20 секунд ускоряет меня, а потом вообще включает вот этот режим. Ну, по сути, можно на 20 секунд задерживаться в каждой комнате. Потихоньку, видите, я сначала ускоряюсь, а потом получаю режим бога, можно сказать. Я вспомнил действие того артефакта. Здесь мы сейчас провернем эту фигню. Наверняка не успею. О, видите, уже бегаю как лось. Вот теперь на, ешь меня. Одни яйца. Понял, откуда там мухи взялись. Что такой быстрый-то парень? Фух, так, терпимо стало. С этим мы знаем, как все закончится, господи, ну вот не могу потерпеть, надо пострелять, а? Я вот так завалил. Просто монстр. Почему слезы желтые, я не понимаю. Или это не слезы? Блин, и сразу так скорость вырубается, очень неудобно становится. О, хороший камень. Бомби. О, кстати, Библию надо брать. Только как? Наша Библия — это просто прохождение этой игры получается. Читерский арт для боссов имба. Так, мне нужно как-то деньги заработать, ребят. 8 монет. Ужасть. 8 монет. Где же мне их? Блин, там уже мамка. Восемь монет. Так, надо будет... А, блин, бомб нету. Господи, боже мой. И подходи. Блин. Нафиг. Там могли быть деньги. Кстати, бомба выпала. Так, здесь налево есть взрыв, куда делать. Здесь тоже есть куды. А здесь нет куды. Значит, там нету трэжа. Ой, секретки. Так.
Сейчас, ребят, я до конца ускорюсь тут. И начну вас жрать. Сердца с них падают так учащенно. Так, 12. Еще 3 монеты осталось. Это столько вот черепков. Давай. Эх, бомба. Ладно, бомба. Бомба — это ок. Блин, ну это надо проходить, иначе я никогда больше это не пройду. Так, здесь можно направо рвать, да? Ой, какая большая муха-цикатуха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, сейчас моя пчелка там разберется с ним. Жесть. Так, там можно, здесь можно. Здесь тоже можно. Давайте проверяем. Да, на здесь. Господи, боже мой, здесь нет монет. Так, где еще монеты могут быть? В аркаде? Такой сижу, думаю, где же монеты могут быть? Так, ну все, мамку я уже точно прошел. Щит. Кстати, щит намного дольше, чем любые другие. Ну, такие из проковищих. Чем стоящее это выпадет? Я ключами засыпал просто. А, пофиг. Погнали отсюда. Так, сейчас соберем сердешки. У меня их много. Бомбочки можно повзрывать. Ух ты, кредитка! Парни, кредитка! Вообще можно без бабла в магазин зайти. Зачем мне бабло тогда? Вопрос. Это же народ беспокоится за меня, пишет, не забудь, зачем тебе деньги. Не сливай все. Да-да. Воу, это вин, пишут. Че, кредитка, это прям вин? Не, можно оставить кредитку для сделки для с дьяволом, потому что, в принципе, мне здесь только вот эта штука нужна. Ну, бомба еще. Как бы. Все, деньги больше в игре не нужны. Вот, а кредиточку мы тогда оставим на сделку с дьяволом, если таковая будет. С применением Библии там, по-моему, должно быть... Ты, господи...
Нет, есть дьявол. Так, заходим. Чего ты, блин, здесь сделки нету? Первый раз, по-моему, за игру, да? Ой, господи, боже мой! Что это за сделка-то такая? Так, подобие какой-то сделки. Так, вомп начинается, ребят. На ком-то дьявол оставь кредитку. Ну, видите, не пригодилось. Ой, ёшкин кошкин. Как же тяжело. Ну-ка, давай. Охоться иди. Мне нужен полет. Так, а полет у меня получается через книжку мою. Блин, мне бы еще повреждений побольше. Я бы вообще не знал бы. Бед. Хорошо, еще пауки есть. Они хоть как-то спасают. О! Это берем. Улетело сердце. Так, полетели. А, блин, а если я сейчас возьму это сердце? А, нет, не полетели. Не полетели. Налево. О, жесть. Пауки, вырывайтесь, я не знаю. Сделайте что-нибудь. Жесть. Как же без дамаги-то все это проходить, я не понимаю. Офигеть, напихала. Ай. Чё-то чувствую, не пройду. Уж больно. Эпично все. Дьявол, блин, не дал ничего толкового. Я уже все подготовил к сделке. Пришлось наступать в говно. Так, что, Витя, Пок, ты о чем? Я что-то не так делаю. Тут твою же мать. Как оно там оказалось?
Я такой медленный. Да блин, деньги. Зачем мне деньги? Мне нужна жизнь. Я хочу жить. Да-да, подготовился к сделке с дьяволом. Ой-ой-ой. Так. Пытаюсь выбить что-нибудь вкусненькое. Делать, парни. Что ж, меня здесь и положит. Так, каким-то образом выжил. Где тут этот босс, а? Еще непонятно, куда идти. Так, зерум. Ну, теперь понятно, что босс, конечно же, там, куда я пошел в последний раз. Ну, в смысле, в последний... Да жесть. Это бред. Ну, кто так босса выставляет, а? Ой-ой-ой, что происходит, ребят? Что за хрень? Жесть. Чувствую, я не этого не выживу. Так, там муха уже работает, я смотрю. Скоро. Почему нету сделки с дьяволом, а? Ну, это, кстати, спасение. Так, не надо за сердцем сходить, да? Но как это сделать, я не понимаю. Они меня убьют, вот эти вот штуки. Хотя вот здесь вот проход остается. Через верх, да? Прошел. Такой слоупочный полет. Ух ты, я прям как знал. Так, ну шестью здоровья я гуджибу. Так, здесь как можно быстрее надо босса найти, потому что босса я убиваю одной кнопкой. А, ну плюс надо еще 5 комнат зачистить, получается, да? Ой, жопа летающая. Ай! Да умирайте прям. А, все, муха пошла в атаку.
Муха вообще цикатуха. Ты. А, блин, там камень. Я думаю, почему не мог отойти? Муха пусть справляется. У меня такая движуха, этот супер просто. Вот, сел за камушком, сидишь, ждешь, пока муха то всех начнет. О, нет, глаза. Сердце выпало. Так. Рука, да? Господи, боже мой. Я настолько слов, что я даже уйти не могу с тропы. С дороги говна, ну это жесть. О как. Нет, не то, что я ожидал. Блин, у меня 21 ключ. О. Ускорение, ребята, ускорение. Я так вас ждал, как говорится. Кинь. Кинь пожрать что-нибудь. О. Только я хочу пожрать, знаешь что? А, сердечко, пожалуйста. Ну уж, конечно, сейчас их не заролит вообще. Еще Айзека убивать? Да ладно, здесь еще надо Айзека убивать. Это жесть, я не тяну просто. Я просто не дотяну Айзека еще убивать. Может, все-таки на бомбе остановимся? Эх, мне ключного вот этого человечка. Господи, боже мой, ну я рак. Ой. Мой рачизм привел к чему-то более интересному, чем обычно. Что я могу сказать? Очень интересно. Так, два лишних сердца. Так, я пока оставлю это здесь, я даже не буду убиваться об мелкого. Мне надо еще до босса дойти. А там уже тогда я пойду и... О! О, наконец-то ключи пригодились. О! Твою мать! О как. Да ладно. Удивительно рядом. Блин, ну выгляжу я, конечно, просто угар. Да, иди босса, потом сердца заберешь, это я согласен с тобой. Нет, не здесь.
Значит, здесь, да? Нет, там тоже не может быть. Очень интересно, где же так секретка? Ниже еще где-то. А-а-а, бежим! О! Ай! О, вафля сработала. Если не вафля, а это. Которая рожает. А, вот здесь еще может быть. Опа! Да-да-да-да-да-дай! Ух ты, блин! Да ладно! На, у тебя в упор убью. Скидку дали. Какой-то уровень очень странный. Да, господи, телефоны, отстаньте от меня. О, еще ускорение. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Range up. Армуль. Все, муха, работай. Как это так мне получилось? Так, все, босс, идем убиваем. Издеваетесь? Devil Room не должен появиться, да? И нахрена мне эта кредитная карта? Я с ней бегаю как угорелый. Она нахрен не сдалась, оказывается. Так, ну пошли этого помочь. Что это было, пух? Блин, и мне же бессмертие было. О, отлично. Прокнуло. Все, я зарядился по полной программе, ребят. Блин, это просто жесть. Видите, просто лакер. И чем мне убивать Айзека? Мухой своей опять. У меня хотя бы скорость появилась, ребят. Хотя бы появилась скорость. Так. Куда? Направо, налево? Отлично. Я прошел этот уровень. Так, а на языке мне ни в коем случае нельзя Библию прожимать, а то я сдохну, да? Почему такое ощущение, что слезы побольше стали? Вот чуть-чуть не дождался, а? На слезы реально побольше там. Мамочки. Ты нарвался на мою муху, парень. Она теперь тебе жить не даст. Ох ты ж! Конишка маленький. Чем пока не понимаю, что происходит. Но кажется, я сливаю свои сердца.
что я летаю, они летают, все летают. Как вовремя у меня этот эффект включился. Что я могу сказать? Парниш, ты чего там забыл? Ай! Нормально. Не потерял, не приобрел. Чё здесь? Так. Та жесть, две жадности. Вы офигели, что? Да господи. Да сдохни ты уже. Нахрена мне твоя скидка? Ладно, берем. Жопы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, жопы, жопы, жопы. О! Везение! Мне везет. Ой, я даже босса нашел. Осталось вот этих парней пережить. Ну давай, я тоже тебя встречу. На тебя в лоб. А можно Айзека кредитной карточкой убить? И он умирает, нет? Ну, в принципе, вариант-то у меня победить очень большой даже. Давайте помолимся. Блин, жесть какая-то. Так, пробел вообще не трогать. Как я еще выживаю, я не понимаю. Сейчас заработает моя муха, чувствую, скоро. Да, пошла в атаку. Муха, ты где? Муха в атаку. Отлично, присосалась. И там орбитальки никакой нету. Ловите, мочи, гада. Муха в атаку. Золотая муха рулит, ребят. Да, я прошел это долбанное испытание. Ху-ху. Жесть. Вообще эпик. Маска тоже тащит, да.